Вот у меня приятельница была очень близкая. Мы сейчас с ней после моего активного участия в информационных событиях поругались и не общаемся. Она армянка. И вот однажды она мне сказала, когда, помните, была история, на учениях в этом в Венгрии азербайджанский офицер зарезал ночью армянина. Да. А я как раз, знаете, с этим гробом летела в Ереван. Он из Москвы летел, я прилетела, я в командировку летела, и меня эта процессия сопровождала там чуть ли не Интересно, интересно. да. И вот мы пошли с этой девушкой, женщиной, в ресторан, она сотрудник МИД Армении, тогда была в ресторан, и вдруг там, ну что, ресторан, что в ресторанах поют, понятно, и вдруг, значит, суровая мелодия, и такая, знаете, явно, но не веселая песня-то. Я говорю, а что поют? Она говорит, ну они поют, спи, мой мальчик, ноги спи крепко, а то придет турок и тебя зарежет. Я говорю, слушай, а что в ресторане-то? Ну ты же знаешь, что случилось. А у нас, говорит, кошмар какой-то. Классную фразу сказала, у нас, говорит, вообще похороны отмечаются более активно и насыщенно, чем свадьбы. Я говорю, ну все-таки что было? Она говорит, Таня. Но он издевался над этим азербайджанцем. Вот этот армянин издевался все время обучения, издевался. И в конце концов тот просто не выдержал и убил. Понимаешь, говорит, я говорит, знаю, что азербайджанцы первые никогда не начнут. И когда армяне, знаете, брезгливо говорят, что это нация торгашей, а вот мы типа воины, ну какие вы воины, ребята, вы все увидели. Вот во время недавних событий, как драпали.